Сначала засуха, потом дожди. Даже несмотря на сложные климатические условия, аграрии региона превысят сбор зерна на четверть. Так, в Болотнинском районе современная техника позволяет качественно собрать урожай с наименьшими потерями. Уже готовят и семена на будущий год. Наша съемочная группа побывала в полях. Залог хорошего урожая – правильно подготовленные семена. Избыточная влага для них губительна. Требуется подсушить до подходящего состояния. Весна сначала была засушливая, потом нас залило дождями. Зерно будет тяжелое в этом году, поэтому стараемся приготовить семена на следующий год, чтобы в следующем году было хотя бы сеять. Два года назад в хозяйстве «Титал» запустили конвейерную сушку. Сегодня она перерабатывает более 200 тонн зерна в день. Доводит до требуемой влажности 14%. Веем. Первая обработка – это грязная. Вторая – чистовая, веем. Потом идет сушилку. И по сушилке сухое зерно передаем в этот бункер и вывозим по складам. Зерно подготавливают по выверенной годами технологии. К следующей посевной кампании работники хозяйства намерены сохранить в хорошем состоянии все семена. Дальше все будет зависеть от погоды. Мы же не можем предсказать, что сверху будет. Будет хорошая погода, будет урожай. Ну, не будет. Но все равно будет зерно. Без зерна мы никогда не останемся. Неблагоприятные погодные условия этого года плохо сказались на урожае. Только благодаря слаженной работе коллектива удалось собрать нужное количество зерна. Вовремя посеяли, вовремя протравили. Если бы погода дала возможность, был бы урожай хороший. Ну, урожай и так неплохой, но ожидали лучшего. Когда посмотрели на погоду, надеялись, что будет еще хуже. А так получилось более-менее нормально. Ячмень нормальный, в прошлом году был лучше. Овес цены нет. Овес вообще хороший в этом году. Ну а горох, с горохом помучились. На сегодняшний день в хозяйстве «Титал» полностью завершена уборка ячменя, овса и гороха. В ближайшее время болотнинские аграрии начнут молотить пшеницу. В общем, по району уже убрано около 7 тысяч гектаров посевных площадей. Михаил Якимов, Татьяна Автюхова, Сергей Филонов. Новости ОТС.